Учения сотрудников Щелковского гарнизона, пожарной охраны и спасателей Центра гражданской защиты – это ежегодное мероприятие, позволяющее профессионалам в полной мере отработать все необходимые навыки, требующиеся в условиях чрезвычайной ситуации. Тренировка также помогает наладить взаимодействие всех служб между собой и дежурным персоналом. В этот раз было инсценировано возгорание внутри универсального спортивного комплекса Подмосковья. По задумке, в охваченном огнем здании остались двое людей на разных этажах. Их необходимо было сначала найти, а после эвакуировать. Сегодня проходили учения согласно плану основных мероприятий, которые мы запланировали в прошлом году на объект с массовым пребыванием людей. Это ОСК Подмосковье. В этих учениях мы смотрели отработку действий обслуживающего персонала, как они действуют по эвакуации, все их действия, которые написано на должностных инструкциях, и также смотрели действия по отработке нашими сотрудниками при уже непосредственной ликвидации условного очага пожара. Подобные учения с эвакуацией людей из здания и использованием всей необходимой специализированной техники крайне важны. Основная цель таких мероприятий – проверка слаженной и оперативной работы пожарных и спасателей. Также это помогает запомнить обычным гражданам, как правильно необходимо вести себя в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Тренировка в спорткомплексе Подмосковья прошла успешно. В ней приняли участие более 50 человек. Неизменный талисман Центра гражданской защиты Корги Маруся Леонидовна также присутствовала на учениях, ведь такая поддержка необходима всегда. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.